Нифига, как отдел этот огромный. Evolution 2. Подтвердить. Субтитры. Контроллер. Режим просмотра видов. Забавно. Сюжет есть. Господство. Тот самый мир. Здесь все и началось. Тут мы совершили прорыв, ни минуты не думая о последствиях. А природа, как всегда, обрушила на нас хаос. Тогда нам казалось, что все в наших руках. Но хаос заставил нас заплатить. Ненадолго мы вспомнили, как драгоценна жизнь. Правда, со временем такие воспоминания всегда уходят на второй план. Амбиции с нами надолго. Для динозавров, что остались на острове, время потеряло смысл. Они были чудом науки, а стали ценными активами бизнеса. Быть может, нам пора задуматься о том, что такое природа. Это бесконечный цикл с одной целью – выжить. А это значит, динозаврам и людям предстоит научиться жить в согласии друг с другом. Все. Загрузка. Для нас пустыня – это место, где нет ничего, кроме самых экстремальных форм жизни. Но жизнь царила и процветала здесь сотни миллионов лет назад. И если учесть геологическую историю, легко представить, как посреди сухих колючек бродят динозавры. Сейчас ящеры разгуливают на воле. И это не устраивает власть имущих, ну тех, кто ими себя считает. А значит, перед нами проблема или перспектива. Теперь ваш черед. Раньше меня никто не слушал. Но кто знает, может быть... Что ж, надо бы представиться. Знакомая игра. Я Кабот Финч. Помощник директора Департамента охраны природы США. Знаю, звучит очень представительно. И так оно и есть. Но давайте пока забудем о чинах и званиях. Прикольно, да? Скажу без мудреных слов.
Я ваш начальник. Теперь все довольно просто, не правда ли? С вами будут работать настоящие специалисты. Прошу любить и жаловать. Клэр Диринг и Оуэн Грейди. Да. Мы работали с динозаврами вплотную. Я бывшая управляющая мира юрского периода. Мы с Оуэном вместе помогали строить тот парк. Были там и в день инцидента, когда парк был, к сожалению, разрушен. А все, Эйхот Бебрик, я говорил. Если Эйхот Бебрик не придет, то я пойду играть в эту игру. Но можете звать меня дрессировщиком динозавров. Так что не судьба, Эйхот Бебрик. Чтобы они мне доверяли. И тут на тебе. Итак, кое-чем надо заняться в первую очередь. И чем же? Для начала построим оперативный центр, где есть внедорожник для команды рейнджеров. И вертолет с командой отлова. Нифига себе. Давайте построим. А где ты была-то? Я же говорил, где Эйхот Бебрик? А ее нету. Мы прекрасно справляемся, так что продолжаем в том же духе. Чтобы оперативный центр не остался без света, постройте и подключите резервный генератор. Резервный генератор мне надо построить. Потому что иначе он просто не будет работать. Понимаешь, мне нужно построить генератор. 174 тысячи долларов. Кто же знал? Эйхот Бебрик, кто же знал? Искать этого динозавра с земли будет непросто. А если повезет найти, то нам вообще кранты. Значит, нужно взять вертолет команды отлова и обезвредить особь с воздуха. Нифига, я могу вертолетом управлять, прикинь. Помогу. Поезжу. Прикинь, я могу вертолетом управлять. Режим прицеливания. Ого, да ну нахер, смотри. Да это крутяк. Обалдеть, прикольно. Вот это стратежка клёвая. Да, вообще круто. Сейчас смотри, подстрелим динозавра. Эй, динозавр, тихо, на. Стой на месте, динозавр. Надо поближе подлететь. Я попал. И чё? Чё он не падает? Клэр, это Ола. Я слушаю. Поймали. Всё прошло успешно. Всё получилось. Я не сомневалась. Правда? Ну, может, немного. А, ну и на том спасибо. Так что, куда нам отвезти эту особу? Загон готов. Просто доведи дело до конца. Так я же всегда... Хотя, ладно, поехали. Вверх вниз, захват цели. Цель не видно, в смысле? Оборудование. Ну ладно. Так, что делать дальше?
А, верните, чтобы переключиться на ног. Перевести. Жим множественно. Повести назор. Выбрать. Завершить выбор. Хрена себе, что за вертушка такая. Так, управление временем, чтобы оценить ситуацию. Прикольно. Джон Хэммонд беспокоился, что динозавры не выживут на воле. Теперь у нас целый ворох новых трудностей, а может и возможностей. Нифига, прорисовка какая классная. Вот это PlayStation. Магиат. Требуется проверка состояния здоровья 100%. О, этого динозавра я сразу узнала. Когда посидишь с таким в заложниках, сложно забыть, как он выглядит. Того Брионикса мы спасти так и не сумели, но зато поможем вот этому. Да, жуткий тип. Динозавру здесь не хватит естественной пищи. Поэтому в загоне нужна кормушка. Голодные динозавры заставляют меня нервничать. Прекрасно понимаю. Разместите кормушку для рыбоядных. Барионикс убедить, чтобы это может дойти до кормушки. Рыбоядных. Кормушки. Требуется мелководье. $100,000. Нормально, да? Хоть в этом мы сходимся. Хорошо. Нам нужен отчет о состоянии динозавра. Отправьте транспорт с командой рейнджеров. А Оуэн поможет выяснить все, что нужно знать о животном. Потом составим план действий. Ого, прикольно. Погоди, а нам точно это нужно? Я имею в виду план. Знаешь, я как-то всегда на ходу все придумывал. Знаешь что? Если не получится, то сделаем по-твоему.
Что ж, неплохой план. Куда ехать-то? Барионикс, пройдите, проверь состояние этой особи. Где? Сюда ехать? Зоне нам не создать условия, как на островах. Но мы сделаем все возможное, чтобы динозаврам здесь жилось комфортно. Намажем их кремом для загара и нальем по коктейлю. Это ты сейчас шутишь? Или серьезно спрашиваешь? Разместим в вольерах то, что любят динозавры. Как тебе такое предложение? Обеспечить чистой этой особи уровень комфорта не ниже 95. А как обеспечить-то? Барионикс, уровень комфорта. Эй, куда тачка убежала? Стой, тачка. Выберите осмотренную особь, чтобы открыть ее требование для комфорта. А, понятно. Осмотренная особь. А как ее выбрать-то? Среда дороги. Снести. Так, агенты. Доволен жизнью?
Нифига себе он. Страшно. Необходимая территория. Камень. Рыба есть. Камень ему нужен. Привлекательность. Несовместимость. Постоянные динозавры. Терезинозавр. Безобидный. Угу. Безобидный. Заболевание нет, комфорт. Отсутствует камень. Вот же камень, что ему надо еще? Камень за $1000. Ну все. Теперь он доволен жизнью. Комфорт 98%. Камней не хватало ему, видите ли. Постройте пост рейнджеров. Глаз да глаз. Не помешает установить на территории загона пост рейнджеров. Знаю, на первый взгляд безумие, но так надо, поверьте. Пост рейнджеров. Его тут не сидят на посту рейнджеров. Назначить себе команду рейнджера для патрулирования поста. Мне докладывают, что у вас на воле спокойно динозавры гуляют. Допустим, это так. Но этот факт не отражает всей полноты картины. Злые динозавры на воле. Я что-то упустил? Они не злые, просто живут инстинктами. Динозавры становятся агрессивными, когда чувствуют угрозу. Особенно, если это вопрос выживания. Так и есть. В том числе и нашего. Да, но это понимаем только мы. Ну, это пока что. Мы обезвредим одну особь из вертолета, а потом отправим службу перевозок, чтобы доставить ее. Отлично. Вперед. Дикую особь. И где эта дикая особь?
Добавить задачу. Топливо, пополнение. Трицераптерс. Это трицераптерс. Его там вывести. Динозаврик. Идет транспортировка актива.
Найдите обезвредить от дикой поблизости. Так вот же он. Нашел и обезвредил. Трицерапторс. Одиночество, комфорт, сообитание, популяция. Охренеть страшно. В оперативном центре можно напрямую управлять командой отлова во время поиска особей на воле. Оперативный центр. Оперативный центр. А еще приду.
Чё, они чпокаться будут? Опачки. Съебался. Ни хрена, он дикий какой-то вообще. А что с ним делать-то? Для нас пустыня – это место, где нет ничего, кроме самых экстремальных форм жизни. Но жизнь царила и процветала здесь сотни миллионов лет назад. Что ж, надо бы представиться. Я Кабот Финч. Помощник директора Департамента охраны природы США. Знаю, звучит очень представительно. И так оно и есть. Но давайте пока забудем о чинах и званиях. Скажу без мудреных слов. Я ваш начальник. Теперь все довольно просто, не правда ли? С вами будут работать настоящие специалисты. Прошу любить и жаловать. Клэр Диринг и Оуэн Грейди. Да. Мы работали с динозаврами вплотную. Я бывшая управляющая мира юрского периода. Мы с Оуэном вместе помогали строить тот парк. Были там и в день инцидента, когда парк был, к сожалению, разрушен. А это Оуэн. Работает с велоцирапторами. Формально я эксперт по зоопсихологии, но можете звать меня дрессировщиком динозавров. Я только-только добился, чтобы они мне доверяли. И тут на тебе. Итак, кое-чем надо заняться в первую очередь. Для начала построим оперативный центр, где есть внедорожник для команды рейнджеров. И вертолет с командой отлова. Мы прекрасно справляемся, так что продолжаем в том же духе. Чтобы оперативный центр не остался без света, постройте и подключите резервный генератор. Убедитесь, что он соединен с сетью дорог, потому что иначе он просто не будет работать. Искать этого динозавра с земли будет непросто. А если повезет найти, то нам вообще кранты. Значит, нужно взять вертолет команды отлова и обезвредить особь с воздуха. Гений мыслит одинаково.
Я слушаю. Поймали. Все прошло успешно. Все получилось. Я не сомневалась. Правда? Ну, может, немного. А, ну и на том спасибо. Так что, куда нам отвезти эту особь? Загон готов. Просто доведи дело до конца. Так я же всегда... Хотя, ладно, проехали. Джон Хэммонд беспокоился, что динозавры не выживут на воле. Теперь у нас целый ворох новых трудностей. А может, и возможностей. Этого динозавра я сразу узнала. Когда посидишь с таким в заложниках, сложно забыть, как он выглядит. Того Брионикса мы спасти так и не сумели, но зато поможем вот этому. Динозавру здесь не хватит естественной пищи, поэтому в загоне нужна кормушка. Голодные динозавры заставляют меня нервничать. Прекрасно понимаю. В этом мы сходимся. Хорошо. Нам нужен отчет о состоянии динозавра. Отправьте транспорт с командой рейнджеров. А Оуэн поможет выяснить все, что нужно знать о животном. Потом составим план действий. Погоди, а нам точно это нужно? Я имею в виду план. Знаешь, я как-то всегда на ходу все придумывал. Знаешь что? Если не получится, то сделаем по-твоему. Что ж, неплохой план. В Аризоне нам не создать условия, как на островах. Но мы сделаем все возможное, чтобы динозаврам здесь жилось комфортно. Намажем их кремом для загара и нальем по коктейлю. Это ты сейчас шутишь? Или серьезно спрашиваешь? Разместим в вольерах то, что любят динозавры. Как тебе такое предложение? Ничего себе, комфортно. Барионикс. За этими динозаврами нужен глаз да глаз. Не помешает установить на территории загона пост рейнджеров. Знаю, на первый взгляд безумие, но так надо, поверьте. Пост рейнджеров.
Сэр, мне докладывают, что у вас на воле спокойно динозавры гуляют. Допустим, это так. Но этот... Я что-то упустил? Они не злые, просто живут инстинктами. Динозавры становятся агрессивными, когда чувствуют угрозу. Особенно, если это вопрос выживания. Так и есть. В том числе и нашего. Да, но это понимаем только мы. Ну, это пока что. Мы обезвредим одну особь из вертолета, а потом отправим службу перевозок, чтобы доставить ее. Отлично. Вперед. Трицераптор, найдите, обзовите. Ну и что дальше? Оперативный центр. Пустая ячейка. Транспортировка.
Доставка выполнена. Что это такое? Привет, Мокки. Чё такое? Скучился? Отлично у тебя как. Плохо, чё так? Чё там, PlayStation 5 сгорело, что ли? Или чё? Взломали? В смысле, чё взломали? Как это? Как тебя могли взломать? И что сделали там? Чем тебе помочь?
1000 баксов потратили, ничего себе. Стрим по Форт могу сейчас включить. Могу сейчас включить. Интересует? Сейчас включу стрим по Форту. Еще 2 минуты. Подожди, включу. Чего попросить? Кого попросить? Чтобы тебе подарили ВБ? Ты не охренел? Они что, тебе обязаны? Тебе никто ничем не обязан. Охреневший. Вообще уже не обязаны тебе что-то дарить. Иди в жопу. Don't like that. Go Fort. Да задонь сам себе. Чё ты клянчишь в баксы? С камер. Желтые тюльпаны. Да, блин. Желтые. Желтые тюльпаны, текст. Да, блин, какие тюльпаны. Желтые тюльпаны, они просто тюльпаны. Желтые тюльпаны. Высохли фонтаны, лето кончилось нежданно. Желтые тюльпаны, ты мне даришь, как ни странно. Знаешь ты сам, как жесток этот прозрачный намек. Желтые тюльпаны, оу-оу. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Цвета запоздалой утренней звезды. Утренней звезды. Желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы, строгие цветы. Желтые тюльпаны помнят твои руки, помнят твои губы, строгие цветы. Ты уедешь скоро, опустеет шумный город. После нашей ссоры, может, прав ты, я не спорю. В том, что разбились мечты, не виноваты цветы, желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Цвета звезда. Запоздалые утренние звезды. Желтые тюльпаны помнят твои руки. Помнят твои губы. Вот так вот. Желтые тюльпаны, вестники разлуки. Я пошел в Fortnite.